Промышленники, госслужащие, коммунальщики – это далеко не полный список первоуральцев, которые соревнуются в чемпионате города по футболу. Накануне в очередном матче встретились команды, разные по уровню подготовки, но объединенные желанием показать хорошую игру – «Труппром» и «Горняк». Турнир всегда важен, любая игра для нас всегда важна, мы всегда выкладываемся на все 100%. Эта игра, ну, она важна по-своему, то есть это наш фарм-клуб, и, то есть парни отдаются полностью игре, и мы пытаемся тоже. Физическая форма, поддержание и команда, вторая семья. Мало кто ждал интриги, но первые 10 минут матча она держалась. Ворота обеих команд оставались нетронутыми. Футболисты основного клуба сначала открыли счет, а еще через 14 минут удвоили преимущество. Дальнейшее стало делом техники. Счет оказался разгромным 12-0 в пользу «Труппрома», который занимает первую строчку в турнирной таблице. А их соперники, команда «Горняк», находятся на последней позиции. Впрочем, и поражение – повод не унывать, а поработать над ошибками, говорят спортсмены. Какой-то опыт. С сильными соперниками интереснее играть. Набираешь для себя опыта, какие-то ошибки, потом стараешься их предотвращать. Это в первую очередь спорт, это здоровый образ жизни, это хобби, это, ну, нравится, просто нравится.